Александр Головин, победитель в полутяжелом весе 97 килограмм. Саш, сегодня еще круче сложилась схватка, чем вчера. Настроился больше, что ли? Ну да, я настроился. Да. Знал, что соперник мой давний, неплохой. Думал, надо бороться до конца, что будет тяжело с ним, непросто. Но получилось, что я быстрее выиграл, чем даже сам рассчитывал. Мы с коллегами тут разговаривали о том, что вот спортсмены вынуждены находиться под вот контролем допинговых комиссаров. Как вообще жизнь складывается, вот твоя? На тебя как-то это влияет? Ну, для меня нормально это все складывается, потому что я, ну, не принимаю запрещенных препаратов и всегда вовремя пытаюсь заполнять эту ВАДу, потому что в любой момент могут приехать к нам. Ну, это уже нормальное состояние, то, что ты постоянно под контролем и постоянно должен уведомлять, ну, куда ты уезжаешь, как? Да, если честно, уже привык, как бы оно всегда в голове и никогда не забываю об этом.